Олександр Грязних – ультрамарафонець, учасник та призер чемпіонату України з добового бігу у складі миколаївської команди. Альпініст, турист, мандрівник, велосипедист, рандонер. Член рандонерського велоклубу. Девіз «Усі обмеження у нас в голові». Сергій Гоцуляк – ультрамарафонець, учасник та призер чемпіонату України з добового бігу у складі миколаївської команди, велосипедист, суперрандонер, організатор бреветів Миколаївського рандонерського велоклубу. Його девіз – хто хоче, шукає можливості, хто не хоче, шукає причини. Доброго ранку. З поверненням вас до рідного міста, до Миколаєва. Пам'ятаєте, що нещодавно ми з вами розмовляли, що ви збираєтесь їхати, ви вже повернулися з ранами, з травмами, але з щасливими очима. Розказуйте, де були і що бачили. Доброе утро. Были во Франции, то есть непосредственно 60 км от Парижа у нас был старт в городе Рамбуе. Оттуда мы стартовали, 600 километров до Бреста мы ехали к берегу Атлантического океана, и потом 600 обратно. Так, це ви не просто так же ж їздили, правильно? Ну, звісно. Ну, от розказуйте. Для тих, хто, можливо, пропустили ці, ці моменти. Отже, це бревет, так? Париж, Брест, Париж, 1200 кілометрів, так? Що було найскладніше, щоб здолати ось такі кілометри і таку мандрівку, скажімо так? Сергію. Саме складне було... Это борьба со сном, потому что из-за такого большого количества участников просто не было времени отдыхнуть. Сама... Было кількість скільки? Скільки брало участь? 6660 человек зарегистрировалось. Вот, от Украины, насколько я помню, 80 стартовало, финишировало 60. Угу. И просто физически на каждом КП были очереди. Что забирало время, и потом на саму поездку оставалось меньше времени. Поэтому спать было некогда. А по скольки же годин вы спали? В среднем у меня получилось по 2 часа на сутки. Ого! Не больше. Это вот это была самая такая большая сложность. А так сама поездка очень красивая, природа очень понравилась. Дороги практически идеальные. Ну, хоть всегда приемно, да? Так, ну а як же ж ви себе подолали? Ну, спати хочеться, дорога, треба фізичні сили, ви хоч харчувалися нормально там? От як зібратися? Давайте поради для тих, хто ще в майбутньому буде їхати на такий. 600 кілометрів. 1200 кілометрів. Ви себе? На самом деле очень тяжело, и тут не только физическая подготовка, и моральная важна. Я после 730 километра уже реально хотел сходить. И началась борьба с самим собой, настраиваться там начал. Я даже в инстаграмчике пост написал, крутить или не крутить, ну и лицо уставшее, все уставшее, спать очень хочется, как Сережа сказал. И несколько раз я падал, и последний раз из-за того, что именно заснул на ходу. Та ви що? Да. От під час руху, да? Да. І ці люди нам поза кадром сказали, що вони, їм ще мало. А де це було? От, що, ну, на якому? В обратну сторону я вже їхав, там кілометрів 200 мені залишилось, да, до фінішу. От, опять же, от, як себе привезмось, да, от, підготовка. Сергій був краще підготовлений, у нього більше стаж. Супер, рандонерский, так сказать, плюс хладнокровный расчет. Например, Сережа вложился в лимит 90 часов, я доехал до финиша, но за 105 часов. А що, як рахується? От ви увійшли в рамки, а ви ні. І що це, ну, ви не подолали, чи як? Ну, всю дистанцию я проехал, но вне зачета. Ось, ну, я ще маю на увазі. Є зачет офіційної федерації велосипедної французької. Тобто вне зачета. От отримали ми медалі фінішора. Всі, хто преодолів дану дистанцію 1200 км, отримали медалі фінішора. А ті, хто вложився в ліміт, ось вони так. Вони отримали ще зачетні медалі. И к общему, получается, рейтингу будет засчитан этот самый крутой бревет в мире, который проводится раз в 4 года на протяжении 100 лет. Слухайте, ну от це дивовиже, не спати. Які ще курйози були от з вами, може, Сергію? Як з іншими учасниками у вас?
много было случаев, когда люди не могли дальше приехать, продолжать. Теряли сознание, были даже моменты, там медицинская помощь. Это все организовано хорошо. Ну, была допомога, несколько раз, да? Скорая помощь видел, на встречу ездила. Ну, по статистике, примерно 1/3 не доехала до фініша. Ну, за умовами ви мали брати все з собою, правильно? Чого, можливо, не вистачило? За що наступного разу ви більше подумаєте, що потрібно з собою брати? У мене вийшло все розрахувати, в принципі, правильно. Холодний розрахунок, я б сказав. Одежда ідеальна, було учтено, що там температура ночі опускається до плюс 5 градусів, було сиро, туман. При подъезде к Бресту, тем более, там уже более горный такой рельеф. И когда спускался вниз, очень холодно. То есть эти все вещи удалось все предусмотреть. Лишнего практически ничего не вез. Да, я думаю, за это сильно не уместилось бы. Да, во-первых, это тяжелее. А сам велосипед вы не важили, сколько он был? Нет, я не взвешивал, но намного тяжелее, чем просто велосипед. Это в вооруженном таком боевом состоянии, намного больше. Это 3 сумки, это запаски, камеры, покрышка была даже запасная. Но, слава богу, даже никаких проколов, никаких технических поломок не было. То есть велосипед выдержал все идеально. Чи не думаете ви тепер, що може в Україні щось таке подібне створити? В Україні є такі марафони, ми їх проїжджали в рамках тренування. А так, щоб з Миколаєва кудись? З Миколаєва ми в планах в цьому році плануємо створити такий маршрут, але немножко наоборот. Хочемо старт зробити где-то в районі міста Львова, щоб чоловік стартанув свіжим, як говориться. Свеженький. И уже к финишу ехал домой, и финиш уже был дома. Это будет бревет 1000 километров. Такая есть задумка. Вот примерный маршрут Львов, Винница, Николаев. Я в Украине не проводится несколькими клубами. Львов, Карпаты, Львов, так называемый, проходит с Украины через Польшу, Словакию, потом по Карпатам в Украину. Очень да. Красивый, интересный. Я в нем участвовал, мне очень понравилось. Но он как-то был намного легче почему-то, по ощущениям. Возможно, сказалось, что тут большое количество участников, и организаторы очень старались, очень все было организовано, но очень много людей, и поэтому очень... Это один из таких недоликов, да, наибольшее, да, что больше людей? Да, просто физически не успевает человек все там покушать, переодеться, туда сойти, туда зайти, и теряется время. Каждая минутка – это минус у себя. А чем вы харчувалися? Питание было очень разнообразное, опять же, там были фрукты, бананы, яблоки, макароны, кашки, супы, чай, кофе. Ну, а макароны также нужно приготовить как-то? Нет, это все питание организовывается на КП организатором. Ага. Было где-то около 6 контрольных точек в одну сторону и в другую. Угу. То есть на каждую нужно заехать, вот был контрольный такой чек-лист, надо было в каждом КП поставить печать обязательно и время. И в этом контрольном пункте можно было покушать, отдохнуть, поспать, даже принять душ. Угу. Но если ты себе мог позволить по времени, то есть... Но я так думаю, еще не завжди можно было дозволить. Физически себе, не, да? Было времени, потому что, да, во-первых, тяжелый сам маршрут, и тебе нужно успеть к финишу, и получается, если ты считаешь, ты не успеваешь. Угу. Только ты зашел, печать поставил, и смотришь, нужно ехать. То есть средняя скорость такая, что нужно ехать, ехать, ехать. Які емоції? Я знаю, ви так хотіли, у вас такий запал був, ви так збиралися. Вдруге досягнули. З якими емоціями, з якими відчуттями? От ви в інстаграмі їхати, не їхати, вболівали тут за вас. Тяжело, да, і потім переломний момент, коли був к утру, я встретив одного індуса. И вот мы общаемся, ему рассказывали, что третий день нон-стоп, еду, устал, думал уже сходить. Он говорит, а подумай, через что ты прошел ради того, чтобы попасть сюда. Сколько ты уже проехал? Говорит, это же никто не делает. Мы самые сумасшедшие рандонеры в мире, говорит, собрались все в одном месте. Говорит, кроме нас это никто не делает. Ну и тут где-то щелчок такой произошел, и потихонечку я поехал к финишу. Так, але ж треба десь сили. Я не уявляю, наскільки ви мужні і сильні в цьому плані. Ви відпочиваєте зараз чи ні? Чи не, да, припиняєте? Да? А ще будете так, поїдете ще на 1200? 1200? В будущем, конечно. Обязательно поедем. Очень понравилось. Это очень массовое, интересное
мероприятие. Очень теплая атмосфера в самой Франции, самих жителей. Это постоянные поддержки. Як вони вас підтримували? Постоянно хлопають, браво, браво, бон вояж, пожелання такі всі. Чувствується дуже підтримка. Це дуже для них такий знаковий марафон, дуже, можна сказати, національного масштабу, і це відчувається. Наступного разу і нам потрібно буде поїхати і підтримувати. Почуваєш, що хтось своє. Я думаю, що я не доїду і за Миколаїв не виїду. Ми будемо просто підтримувати. А це правда, що коли додому повертаєшся, все швидше відбувається? От з іншими почуттями, якось так все з надихом чи ні? Чи однаково, як туди, так і додому? Ну, то, что по-другому, все это 100%, ну, начиная от дорог, от менталитета человеческого. Ну, жизнь как шла, так и идет, в принципе. Ну, все ж таки будете сумувати, да, за цією поїздкою. А що от найбільше вам запам'яталося? Це пам'ять. От давайте коротенько, ви, Сергій, і ви, Олександр. От найбільше, прямо ж так от запам'яталося в кожну клітинку із цієї поїздки. Очень красивая сама архитектура, сама страна вообще. В каждом населенном пункте очень красивые здания. Вот поддержка, вот эта атмосфера людей тоже, это очень оставило такой след, самый такой большой. И все, вот эта атмосфера праздника сама, большое количество людей, которые тоже со всего мира, очень много национальностей, там Китай, Индия, Япония, видно, ну, что люди со всего мира. Вот это очень запомнилось. Тяжесть маршрута плюс его красота, ну там действительно очень красиво, особенно уже когда в сторону Атлантического океана там подъезжаешь, там горы вырисовываются, там горная порода, очень много горок, очень сильно выматывает, ну классно, очень красиво, действительно поддержка местных жителей. Куча было импровизированных кафе, там на которых люди и танцевали, там и музыку играли. Да, и ночью температура падала там до плюс 5, плюс 8 градусов. Вот горячий кофе, горячий чай нас постоянно угощали. Блины там они пекли. Да. Все как в кращому. Друзья, подивіться, не спали, не їли. Ну, что там їли? Макароны? Важко складывается. Это как не найкращий приклад, наскільки треба любити свою справу, наскільки витривалими. Беріть приклад. Олександр Гезник, Сергій Гуцуляк, ультрамарафонці, щойно повернулися із Бревету, Брест, Париж. Брест, Миколаїв, сьогодні вони у нашій студії. Ми вам дякуємо, ми хвилювалися за вас і бажаємо вам успіху і натхнення в подальших ваших поїздках.